стройных рядах ивановских коммунистов произошел раскол. Напомним, в марте этого года на смену прежнему руководителю горкома Николаю Плотникову пришел его зам. Молодой преподаватель текстильной академии Алексей Масленкин. По нашим данным, на сегодняшнем собрании фракции КПРФ бывший руководитель горкома, заручившись поддержкой еще одного депутата, а всего их в нашем городе, включая Масленкина, трое, поднял вопрос об исключении Алексея из фракции. Для России это прецедент. Сам Алексей Масленкин, впрочем, как и его оппонент, эту информацию пока не комментирует. Знаете, тут пока комментариев я давать не буду, потому что мне нужно понять, что происходит, откуда информация, почему она так поступает. О желаниях, как бы, может быть, и подозреваю, но это только слухи. То есть пока никаких таких действий не было.